Дорогие друзья, с наступающим вас светлым праздником, светлой Пасхой! Пусть будет радостна весна, над головой будет мирное небо. Пусть этот светлый праздник Пасхи подарит вам понимание, радость и гармонию. Друзья, предлагаю вам сегодня приготовить очень вкусные, самые настоящие домашние чебуреки с картофельной начинкой. Поджаристые, румяные, вкусное пузырчатое, слоистое, рассыпчатое тесто. Одним словом, замечательный чебурек со всех сторон. Для начала приготовим тесто для чебуреков, затем картофельную начинку и последний шаг – обжаривание чебурек-заготовок. Начнем с теста. Для его приготовления нам понадобится мука, масло растительное, обычная кипяченая вода 1 стакан, водка 30-50 мл для хрустящего вкусного теста, сахар 2 чайные ложки и соль 1 чайная ложка. Для картофельной начинки понадобится картофель, будем его варить, соль по вкусу и черный молотый перец. По своему желанию вы можете добавить зелень укропа. Готовим тесто для чебурек. В просторную посуду выливаем теплую воду, соль и сахар. Следом добавляем водку для хрустящего рассыпчатого теста. Все смешиваем. Начинаем добавлять просеянную муку частями, замешивая однородное тесто. Собираем все в комочек, после чего добавляем растительное масло. Растительное масло нужно полностью вмешать в тесто до однородности теста. Полужидкое тесто отправляем на рабочую поверхность. Рабочую поверхность присыпаем щедро мукой. Будем вымешивать тесто до нужной нам консистенции. На замес теста мы используем дополнительно еще 1-1,5 стакана просеянной муки. Итого всего на тесто у нас уйдет 4-4,5 стакана муки. Каким должно получиться тесто, вы видите перед собой. Тесто накрываем пищевой пленкой. Оно должно отдохнуть не менее чем 30 минут. Займемся приготовлением картофельной начинки. Нарезаем крупно картофель, заливаем водой. Картофель будем варить до полной готовности. Сваренный картофель разминаем при помощи толкушки в пюре. Добавляем соль и специи. При наличии добавляем свежую зелень укропа. Смешиваем картофельную начинку. Она готова. Пока мы готовили начинку, тесто уже настоялось. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Заметьте,
Тесто совсем не липнет к рукам. Делим тесто на равные части. Формируем чебуреки любым удобным для нас способом. Заготовки обжариваем с обеих сторон в большом количестве растительного масла. Сразу же приготовьте бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. Жарим на среднем огне до румяности и готовности чебурек. Будьте очень аккуратны при их жарке. Если без лишних слов, всем желающим доступно. Несложно в приготовлении, вкусно, сытно, кому нужно постно. Тесто получается пузырчатым, слоистым, благодаря водке хрустящим. Рецепт стоит внимания. Приятного аппетита! Спасибо всем за просмотр!